Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы начинаем проходить игру под названием Redeemer, Искупитель. Игра про бородатого, лысого, брутального мужика по имени Василий, который будет рвать и метать тут врагов налево и направо, потому что разработчики вдохновлялись такими играми, как Battletoads, это боевые жабы, помните, да, на Денди такие были, эхо 90-х, крутая игрушка такая, кстати, я ее тоже планирую записать и выложить на канал прохождение, так что в скором времени она будет, вот, и Бэтменом, да-да, Бэтменом они вдохновлялись, так что ждем от игры кучу выбитых зубов и покалеченных врагов. Я даже стихами заговорил. Вот. Ну что, проходить будем на хардкоре. Вот. Как иначе, почувствуем всю мощь мордобоя. Ну что, поехали. Это утро должно было стать моим тысячным утром покоя. Похоже, теперь счетчик придется сбросить. Храм исчезающей звезды был скрыт от всех, кто не знал его точного расположения. Он был идеальным пристанищем для меня в течение многих лет. Он дал мне новый дом, новую семью и новую цель. Говорят, что храм был построен для тех, кто жаждет жизни в простоте и трудолюбии. Жизни, в которой дисциплина правит телом и духом. Здесь я больше не был солдатом. Не был орудием, цепным псом. Я был братом и искателем мудрости. По крайней мере, так они сказали мне, и я охотно поверил в это. Но не так просто поменять кого-то вроде меня. Тренировки давались легко. Но когда дело доходило до медитации, я снова начинал слышать призраков кровавого прошлого в моей голове. Можно хоть 40 лет прожить, сопротивляясь зависимости. А затем ты получаешь всего одну каплю своего наркотика и тут же слетаешь с катушек. Вот почему я так надеялся, что никогда больше не услышу ни единого выстрела. Мне говорили, что во время медитации я ни в коем случае не должен позволять своим мыслям о прошлом и страху будущего влиять на восприятие настоящего. Сегодня это особенно трудно. Итак, глоссарий обновлен. Крутая информация. Вот, для нас. И что? Смотрите, какая косичка у нашего Васьки. Ну что ж, я думаю, дядя Василий не против насилий. Давайте-ка выбьем первые зубы. Отлично. Как было это смачно. Ну-ка. Помимо рук мы же еще можем бить и ногами. Отлично, с вертушки. Чувствую себя бородатым Брюс Ли. Чувак слетел. Полетел отдыхать. Ну что ж. Давайте двигаться дальше. Что там замигало, я не понял. Нажмите Е. Оружие ближнего боя ломается, когда у него кончается прочность. Мы взяли оружие. Это факел. Удерживайте Q, чтобы блокировать. Ну-ка. Не получилось у меня заблокировать. Отлично, контратака. Ну-ка. На тебе. Вертушки. Челюсть. Ух ты, ты еще живой, да? Блин, добивания такие прикольные сделаны. Слоумо даже здесь есть. Ничего так. Фига он так забрался. Так, что у нас здесь мигает? Ничего, просто мигает. Просто горит костер. Нажмите F, чтобы выполнить убийство со спины.
Ну, я думал, как-то покрасочнее будет. Ну, бог с ним. Ну-ка, стоять бояться. Ох ты, у нас палочка электрическая. Дамы и господа, палочка электрическая. О! Нифига, он его сдуло просто. Можно задерживаем. Отлично, кому-то в харю прилетит сейчас. Ну-ка. Зажмите левый контрол, чтобы осмотреться. Хм. Даже так. Окей, понятно. Стоять на месте. Не буду я стоять на месте. Ты что? С дуба рухнул. Чтоб Васька и стоял на месте. Это не по правилам. Так. Зажмите F, чтобы поднять и удерживать бочку, а затем отпустите кнопку, чтобы бросить ее. Попробуем. Ну, кому бочку с вином? Ах ты. Ах ты. Блин. Пока еще не привык я к прицеливанию. О, вот это было красиво. Это было красиво. Так, палочку еще. Мне понравились, кстати, эти палочки. Электрические. Что у нас здесь? Ни черта нет. Окей. Мне нужны враги. Где враги? Я хочу кому-нибудь шею свернуть уже. Дядька Васька требует крови. О, привет, ребята. Скучали без меня. Воу-воу-воу. Ау, зажал, смотрите. Они еще умеют зажимать. На тебе, с колена. Ух ты, а жизни-то у меня жизни маловато. На тебе, стулом. Хм. Так, враги слышат ваше убийство со спины, когда они совсем рядом. Но, по ушам тебе. И тебе. Так, это будет попрочнее. Точнее, не попрочнее, а... побольше у нее. Как это назвать? Жизней у палки. Да, у палок тоже бывают жизни. Ну-ка, оп. Давай, камон. Камон, бэбэ. Отлично. В смысле, можно камень поднять? Можно было бы кому-нибудь в харю закинуть. Ну-ка, давай-ка, подходи. О-е-е. Дядька Васька здесь научился у монахи. У всяких разных. Воу-воу-воу. Ух ты. Мы умеем еще перекатываться. Ну-ка, погодите-ка. Да, мы умеем еще кувыркаться. О, сейчас мы его... Мордой в пол. Сам сейчас упадешь туда. Восполняйте жизненную силу, убивая врагов. Хм. Типа мы ХП восполняем, когда бьем врагов. О, аж палка сломалась об его черепушку. Давайте, кто следующий? Оп, я умею так. Ох ты, ты тоже такой шустрый, да? Поменяем палку. Молодца. Да, прикольная игрушечка. Заскучать, я думаю, она не даст. Предатель,
Убийство окружением возможно, когда вы и враг находитесь рядом со специальным объектом. И где эти специальные объекты? Да что ты? На, съешь моего кулака. Подходи. Круто был. Чередуйте удары руками и ногами, чтобы создавать разные комбинации. Это мы уже поняли, конечно. Блин, не долетел камень. На. Тут у меня есть второй. Не ожидал он этого. Так. О! Смачненько. Держи. Вырубили. Да не хочу я бочку, я хочу палку. Ух ты. Все, что они делают, вернется им десятикратно. Не говори-ка. Нельзя монахов вешать. Богохульники. Отличная контрольная точка. Парировали удар. Ау. Короче, надо успевать нажимать на Q. Тогда будет все четенько. На тебе. Ох ты засранец, со спины подобрался. Я не видел, что ты еще живой. Тебе просто повезло. Зажмите левую кнопку мыши, правую. А, ну понятно, это для сильного удара. Типа вот так вот. Не дайте ему уйти. Не убегаю. Вот он. Я наоборот хочу подойти к вам. Да что ты? Блин, на F надо было нажимать, а я нажимал на E. Чтобы поднять камень. Слышу выстрелы, кстати. Нажмите пробел. Нанести удар с кувырка. Это мы умеем уже. Ух ты, пистолет! Так. Стопэ, ребята. Ух ты, он пистолет схватил. Надо его... Оооо! Дядька Васька, ну что ж ты так? Стоять! На! Так, люди с пистолетами. Пошли вон. Воу-воу-воу-воу-воу. Отлично. И пушку я возьму себе. Да сколько вас тут? Развелось. Так. Тут можно еще стрелять. Отлично. Разрабы отлично придумано. На тебе. Как тебе шаулинская пятка? На вкус. О, здесь 9 патронов. Отлично. Тебя мы сейчас вот так. Так, пистолет мы тратить не будем пока. Да блин, свалил. Воу, ребята. Нафиг. Всех перестреляем. Не кулаками, так пулями уроем. Отлично, глоссарий снова обновлен. Так, что там? О, издеваются над монахом. Ну-ка, на тебе хребетку. Что, тебе тоже? О, смачно. А этот чувак не услышал, да? Сейчас мы ему
Повторим. Так, 7 патронов, отлично. О! А этот у нас стоит и... не шелохнется. На! Съел топора шаулинского. Так. Ну-ка. Если тебе... Ох ты! Палочка, ты смачно мне заехал. Ну-ка, где твои зубки? Так, чуваки. Я пришел вас наказать за этого вот монаха. Нельзя обижать монахов. И не то найдутся такие вот бородатые и лысые дядьки, как Васька. И порешают вас. Кто-то тут расстрелялся, а? Кувалда. Хм. Надеюсь, кувалда в порядке. Воу. Чем больше туша, тем больнее ей падать. Вообще-то там не так было написано, но ладно. Ох, тебе как в челюсть-то прилетело смачно. Блин, а этот, смотрите, непробивной. Если тебя вот так... Ох ты, даже так не срабатывает. Окей, у меня есть супер удар. Так, называется гроза монахов. О, нет, не гроза монахов. Свирепый кулак. На тебе. Твои биохимические руки тебе не помогли. Казнь, мультикиллы и убийство. Что-то там. Окей. А, туда не идет, что ли? Я думал, мне надо внутрь. Нет, нам надо наверх, оказывается. Отлично. Ах, ты засранец. Так, так, так. Съел бочку. Да не туда ты прыгаешь, Вася. Так, окей, у меня есть пистолет. Ух ты! Он даже, его даже пистолетом трудно убить. Ну-ка, лежать. Все легли мордой в пол. Разбежался. Окей, палочку возьмем. Так. Сколько убитых монахов. Ай-ай-ай. Застрял. Вот так. Просто разнес. Лети, лети, моя звезда. На. Ух ты, кадык вырвал. А вот это было эпичненько. Эпичмен. Просто эпичмен. Так, куда? Лево, право. А. Сюда, значит. Так. Снова контрольная точка. А! Вместо того, чтобы сделать бесшумное убийство, я просто подошел и жопой об него потерся. Что здесь у нас? Столовая? А, рубанул ты нехило так меня. Ну-ка. Лети. Вот он, предатель. Какой я тебе предатель? А, все что ли? Я их вырубил? Я вообще не знаю, зачем вы меня... пришли убить. Я никого вроде не предавал. Хотя фиг знает, мы прошлое нашего Васьки не знаем. Может, и действительно он предатель. А может, просто
простой человечек, которого хотят, хочет убрать плохая корпорация. Может, он что-то вынюхал, пока работал там. Ну-ка, вот так. Как мне нравятся эти удары. Ну-ка. Съел, как припекает просто. Ой, не в ту сторону. Отлично. На тебе, целуйся. Так. Здесь нет? О. Найден свиток. И что нам этот свиток дает? Мы, наверное, мы как-то прокачиваемся, да? Или может здесь есть какая-то прокачка? Черт его знает. Потом можно стулья ломать. Его заманали меня обзывать. Что я вам такого сделал? Почему вы считаете меня предателем? Отлично. Кадык, это здорово. Я люблю кадыки. Эк. Давайте, нападайте. Короче, суть игры — идти просто напролом и выносить всяких вот таких вот таракашек. Блин. А интересно, действует ли парирование против вот этих вот биохимических рукастых? Сколько же они монахов положили здесь? Попался. Который кусался. Конечно, здесь. Я никуда и не собирался уходить. Да что ты? Вот такие вот штучки, они прибавляют, короче, жизни нам. Тут еще было написано, что мы можем взаимодействовать с этими, с предметами. Вот. Но пока мы еще вроде ни разу этого не сделали. Ну, имеется в виду убийство. С окружающими предметами. Ух ты, как я резко-то на него напал. Воу, ты что-то вообще совсем бронированный. О, насадил на сук. Вот, в принципе, мы и первый раз попробовали взаимодействовать с окружающими предметами. Воу. Сейчас вы огребете мне у меня за этого монаха. Это же безобидные монахи учили меня медитации, а вы их просто крошите налево и направо, ублюдки. Лети, отдыхай. Оп. Так, когда они краснеют, можно сделать контратаку, но... Там, кстати, можно было убийство сделать. Заманали. Лети. О-о-о, что-то новенькое. Просто в кашу ему ребра. На опережение просто ударчик такой. Висит, не исчезает, смотрите. У него еще дымок откуда-то. Просто нервно курит в сторонке. По сравнению с нашим Васей. О-о-о, пистолеты. Надо сделать вот так. Так, тратить пистолет не будем. Я думаю... Так. Ну-ка, come on, baby.
А, не получается мне. Вот так. Есть. Что я и хотел изначально сделать. Просто огреть его коробкой. Так. Отлично. 8 патрончиков. О, еще один. Еще один стреляющий. Ну-ка. Больно? Я знаю, что больно. Так, а здесь сколько патронов? 7. Оставим свой пистолет, который у нас. У нас 8 патронов. Блин, сколько они здесь порешали их? Сколько они порешали безобидных монахов? Ну-ка, камон. Один улетел. Так. Блин, не дают мне набрать силушки богатырской, чтобы смачно им в зубы заехать. Что-то и ничего, ничем огреть-то нельзя, да? У нас простой, простой, без всяких биохимических рук. А, можно, смотрите, контратаку сделать. Ну-ка, подходи на раздачу. Отлично. Так, кадычок я оставлю себе на память. Какая у него брутальная борода, вот смотрите. Василий, они схватили некоторых из братьев. Я не знаю, зачем. Держись, мой друг, держись. Я отомщу за вас. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом будем заканчивать. Вот, игрушка прикольная, будем ее проходить. Ну, думаю, будем проходить ее по субботам и по воскресеньям. Как, ну, а так, как получится, как бы. А так я планирую субботу и воскресенье. И что, я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, не забываем оставлять комментарии. Ставить лайки, дизлайки. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.